На календаре 24 мая. Ровно 120 лет назад, 24 мая 1898 года, в Самаре, на улице Дворянской, сейчас это улица Куйбышева, открылся первый в городе публичный музей. Его коллекция формировалась постепенно. Сегодня это один из старейших музеев в Поволжье – Самарский областной историко-краеведческий. Он носит имя своего основателя Петра Алабина. А ровно 105 лет назад, ранним утром 24 мая 1913 года, над Самарой пролетел первый аэроплан. Местные газеты тогда написали, что летал он довольно низко, так что шум пропеллера был слышен. Горожане выбегали на улицу, аплодировали этому зрелищу и кричали «Ура!». Ежегодно 24 мая в России и некоторых других странах отмечают День славянской письменности и культуры, почитая святых и равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Также сегодня Европейский день парков и День кадровика в России. В 24 день мая на свет появились советский писатель, нобелевский лауреат Михаил Шолохов, поэт, драматург, переводчик и тоже лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, американский музыкант, актер, художник Боб Дилан и другие знаменитости. В народном календаре сегодня день Мокия Мокрого. В это время часто идут дожди. На Мокия, как и на именины матушки сырой земли, которые праздновались накануне, крестьяне не брались за земляные работы, так как почитали царя града. Наши предки верили, что если в этот день трудиться в поле, град побьет посевы. Были и другие приметы. Например, если на Мокия Мокрого вымокнуть под дождем, волосы станут красивыми и сильными. Таким был 24-й день мая в истории. Шикарного вам настроения!